20 воздушных шаров с логотипами телекомпании поднялись над Олимпийским парком, каждый высотой примерно с пятиэтажный дом. Чтобы поднять в воздух такой аэростат, требуется не менее 40 литров газа и команда из 2-3 профессионалов. Шар, он разный бывает, от объема зависит. Сама корзина, она там килограмм 70-100 весит, и оболочка тоже под 100 килограмм, бывает больше. Более 15 тысяч человек стали зрителями яркого шоу «Аэростата». В такой праздник гостям уж точно запомнится надолго. Очень ярко, красочно, красиво. В любой непонятной ситуации всегда детям держи тоже уравнение на центр. Это большой праздник для детей. Все. Посмотрите, сколько много людей здесь отдыхает. Надеемся, будет еще веселее, задорнее. Очень громкие аплодисменты. Большое спасибо организаторам. Очень понравился праздник, скажи, особенно мне, да, Мирон? Понравился, очень понравились, как шары надувались, как все проходит, очень интересно. Праздник отличный, почаще таких праздников надо проводить, атмосфера на высшем уровне. Идея с шарами вообще отличная, интересно, и, ну, как говорят, в Сочи это еще новинка. Больше всего на самом деле нравится, что здесь все такое яркое. Вы просто посмотрите, как будто в сказку попал, как будто ты такой маленький, а это вот невероятные гигантские штуки, но так и есть. Да, столько веселых людей. Большое спасибо за буррито, и вот елку сейчас тоже увидим. Очень круто. Организаторам большое спасибо. На время летнего сезона в Сочи планируется провести еще множество грандиозных мероприятий. Это фестиваль «Новая волна», который пройдет на курорте в августе, уже 10-й фестиваль Игоря Бутмана и ледовый мюзикл «Илья Вербуха». Все события, они летом перемещаются к нам в Сочи. И мы считаем, что у каждого нашего гостя есть возможность выбрать для себя любое интересное увлечение. В восторг гостей привели выступления группы «Буррито» и певицы «Елки», во время которых прошло световое шоу воздушных шаров. Сочи! Как настроение? Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.